Здравствуйте, меня зовут Анастасия Куликова. В этом видео я покажу, как сделать заколку с цветком канзаши. Из двух квадратов атласной ленты шириной 5 см сделаем лепесток с внутренней спиралью. Таких лепестков нам понадобится 7 штук. Из квадрата ленты шириной 5 см сделаем плоский круглый лепесток. Сделаем 7 таких лепестков. Склеим цветок из острых лепестков и дополним его круглыми лепестками. Из квадрата атласной ленты шириной 2,5 см сделаем 7 острых лепестков с дырочкой и приклеим их между острыми лепестками со спиралью.
В основании острых лепестков с дырочками приклеим клеевые полубусины. А серединку украсим сердечком, которое приклеим полимерным универсальным клеем. Основу из фетра диаметром 4 см приклеим на заколку. Если заколка длиннее цветка, советую оклеить ее лентой в тон изделию. Для этого нужно взять ленту на 3 см длиннее заколки. Приклеиваем цветок к основе. Заколка готова. Спасибо вам за просмотр и творческих успехов. Не забывайте комментировать видео, а также ставить свои оценки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоуроки. До скорых встреч!